отель Fame Residence. Всем привет! Покажем полный обзор отеля Fame Residence, который расположен на первой береговой линии города Кемер, район Анталия. Отель построен в 2002 году. Полную реновацию провели в отеле в 2014 году. Судить по качеству обслуживания отеля лучше по имеющимся у него сертификатам. В данном случае у него их три. Это голубой флаг, зеленый ключ и зеленая звезда. Отель состоит из одного четырехэтажного здания, который как бы выполнен в стиле буквы П. Всего в отеле 246 номеров, из них 24 это family номера, а также два номера имеются для людей с ограниченными возможностями. Кстати, здесь созданы все условия для такой категории людей. Остальные же номера это номера стандарт. Всего отель может принять до 508 человек. Вот. А сейчас покажу награду. Зеленый ключик. Это престижные награды, которые выдаются отелям за экологию, за использование энергосберегающих технологий. Это зеленая звезда. Ну и голубой флаг выдается для отелей, в которых по 33 критериям соответствует пляж. Ну, пляж мы покажем отдельно. Заходим в отель. При входе в отель вас встречает вот такая вот красота. Сегодня католическая Пасха. Вкусняшки от зайчика. И с правой стороны находится ресепшн. Здесь же приезжают и уезжают гости отеля. На время, когда вы будете оформлять документы на поселение, вы будете отдыхать с правой стороны. Вот есть крыло, где очень много удобных кресел, диванчики. С левой стороны бар, вы можете располагаться в удобном месте и пользоваться услугами бара. Время заселения в отеле 14:00. Выезжают же гости 12:00. Если в отеле есть свободные места, то заселяют, как правило, сразу. Ждать вы долго не будете. С правой стороны за ресепшн есть доска информации, которая вам необходима, может быть. Здесь, вот видите, вы можете по телефону связаться с вашим туроператором. Туристы же встречаются со своими турагентами. Если пройти по коридору вправо от ресепшн, то мы здесь увидим, ну, лестничка наверх. Напоминаю, здесь 4 этажа. Мини-клуб. Здесь работает мини-клуб. И, кстати, детки от 4 до 12 лет будут у вас заняты. И вы будете отдыхать, и вас никто не будет напрягать. Также здесь есть фотостудия, оптика, ну и бутики, где можно приобрести все самое необходимое. В случае, если вы не хотите ходить пешком, вы можете воспользоваться лифтом. Здесь же, если мы пойдем вниз, как бы нулевой или минус первый этаж, мы находились на нулевом. Напоминаю, в Турции это немножечко как бы по-другому. Попадаем в один из баров. Сейчас он не работает. Могу сказать одно, что в отеле располагается 7 баров. Вот. Что и когда работает, есть специальный лист. При поселении вам выдадут, и вы будете знать по часам, когда что здесь работает.
Вот мы сейчас видим три имеющихся конференц-зала. Был первый, второй и третий. Вот так вот выглядит первый конференц-зал. Здесь же есть экран. Можно проводить конференцию, что-то выводить на монитор. Напротив же конференц-залов присутствуют диванчики и кресла для отдыха. И сразу за ними, ну там сейчас немножечко темно, я вам показываю, находятся три бильярдных стола. Видите, какие присутствуют. Хорошие, свежие столы, чистое, хорошее полотно. Здесь же присутствует, видите, библиотека. Библиотека вообще, конечно, интересная. Во всех, вот, где мы встречаем в отелях, сейчас это очень, ну, даже не, я бы не сказал, что модно, а очень популярно. Значит, смотрите, ребята, показываем. Если пройти мимо конференц-залов и бильярдной дальше, то попадаем в зал, где проводятся дискотеки. Напоминаю, что отель работает круглогодично. Возможно, сейчас дискотеки проводят уже на улице, то есть уже все готово. И здесь, интересно, значит, есть боулинг-клуб. Можно прийти поиграть в боулинг. Пока вы играете в боулинг, ваши детки будут заняты на мини-карусельках. Много всевозможных игровых автоматов. Можно поиграть в футбол. Вот так вот выглядит сама площадка. Достойно. Территория очень большая. Получается, здесь мы имеем две дорожки. Заранее записались, значит, у администратора, что вы приходите играть в боулинг. Создаете команды и играете. Все доступно. Ну, здесь место для отдыха. И центр управления работы боулингом. Ну, если же пойдем в левую сторону от ресепшн, у нас также есть тут места для отдыха. Телевизор можно посмотреть на большом экране. И проходим в бар. Один из баров отеля. Здесь есть алкогольные напитки, любые напитки, пиво. Привет, мараба. Шакюри дарим. Здесь же можно попробовать очень интересный напиток. Это называется как бы витаминная вода. Запотелось сейчас, но мы можем показать. Огурец, лимон, апельсин, мята. Берете стаканчик. Набираете водичку, сколько вам хочется. И говорится, приятного аппетита. Сразу за баром располагается ресторан. Ну, время работы вы можете посмотреть у меня на видео. Обед с 12.30 до 14 и ужин с 19 до 21. Ну и завтрак, соответственно, с 7 до 10.30. То есть, если вы любите поспать, ничего страшного не случится. Успеете на завтрак. Здесь же есть туалеты рядышком со столовой. И зеркало. Можете привести себя в порядок. Сразу за рестораном лифт. Все для удобства. Здесь же, если мы спустимся в этом крыле подвальное помещение, то попадаем в спа-салон. В спа-салоне имеются сауны, баня, хамам. Здесь вы можете договориться о массажах. Вот.
Один из бассейнов крытых находится вот прямо перед вами. Пройдемся позже, а покажем сначала ресепшн. Мараба. Мараба. Здесь вы записываетесь на процедуры, которые могут предоставляться в отеле. Нажмете на стоп-паузу. Цена у нас в лирах. Или доллар? Доллар. Доллар. Цены в доллар. А что у вас бесплатно здесь для проживающих? Хамам, сауна, бассейн, тренажерный зал. Это бесплатно. Это бесплатно. Ну, сейчас пройдемся, покажем немножко территорию. Конечно, пожалуйста. Спасибо. Здесь чувствуется запах масел. Сразу ясно, что здесь проводятся спа-процедуры. Ребята, все очень чистенько. Тренажерный зал. Ну, вы можете здесь заниматься спортом, ходьбой, подниматься в горы, не выходя из отеля. Вот. Покрутить велосипед. Хороший тренажер, мне такой нравится. Смотрите, на руки тренажер. Здесь же тоже нажим. Все видите сами. Здесь присутствует инструктор. Есть салфетки. Можно взять, попить водичку. Все очень удобно и хорошо организовано. Пожалуйста, добро пожаловать в тренажерный зал. Ну вот так выглядит второй бассейн отеля. Здесь вода с подогревом. С подсветкой. Красивая голубизна. И здесь же присутствуют, видите, для отдыха топчаны. Единственное их отличие, они без матрасов, но они здесь и не нужны. Детский мини-бассейн. Вот так вот выглядит финская баня и сауна. Стекла затемнены, мы никого не показываем. Здесь финская баня, позади меня сауна. Здесь же присутствуют душевые. Зеркало перед вами. Туалеты. Здесь проводят хамам. Вот такое помещение. Жаркое, влажное. Долго находиться не могу. Вот. Кто знает, это пенный массаж. И вам проведут его очаровательные барышни. Креслица для отдыхов. Ну и как же, картины, напоминающие, что здесь, что у нас здесь? А, турецкие бани. Косметика. Вот такой вас встречает здесь шеф-повар. Так, ну заходим в ресторан. При входе у нас можно дезинфицировать руки. Смотрите, зачем это разделение? Сюда люди заходят в ресторан, с другой стороны выходят, чтобы не сталкиваться друг с другом. Сразу же вас встречает первое блюдо. Здесь грибной крем-суп, хлеб. Есть булочки, которые запечатаны, есть хлеб, который уже нарезали вам. Все удобно, берем сколько вам нужно и проходим в зал. Традиционно в Турции зелень очень любят и всем ее рекомендуют и предлагают. Не буду ничего комментировать, сами все видите. То есть достаточно большой выбор. Вот. Здесь салаты. Все очень красиво. Это острая аджика, походу.
есть морепродукты, вон рыбка, салат оливье. В общем, каждый выбирает блюдо на свой вкус. Традиционно здесь вам предлагают большой выбор соления, маслины. Кстати, что хочу сказать, все подписано на разных языках. Смотрите, сейчас перед обедом все закрыто, чтобы оно было горяченькое и готовое. Ну, что я могу сказать? Рис, грибы с картошкой, цыпленок в панировочных сухарях, закуска из лука порей. Ну вот, вот жареная рыбка. Hello. Здесь же у нас бюрек с курицей. Бюрек с курицей. Картофель фри. Картофель фри. Рыбка. Ты что, кюридри? Рыба на гриле. Вот. Вот так вот ближе покажем. Какие вкусняшки. Смотрите, здесь же присутствуют мясные фрикадельки с овощами. Вот, соте из курицы овощами. Ну что хочу сказать, выбор довольно очень серьезный. Автомат для кофе. Выбор есть. И обязательно чай. Турецкий чай. Как обычно, здесь у нас располагается вода. В верхней части чайнички с заварником. Как бы чай доходит еще долгое время, набирает вкус. Здесь в Турции все так принято. И также автомат есть из кафе. И самостоятельно выбираем чаи. Дополнительно вы можете заказать спиртные напитки. Ну и, конечно, сладости. Ребята, как же Турция без сладостей? Тортики, пироженки. Вот чего-чего, ну, в общем, это да. Это фишка турецких отелей. Есть фрукты, апельсинки, мандаринки, яблочки, бананчики, красные яблоки. Это то, что сейчас, в общем-то, предлагается в турецком ресторане по сезону, скажем так. Смотрите, вот так вот выглядит сам ресторан, в котором отдыхающие принимают пищу. Здесь работают официанты. Как правило, столики рассчитаны на 6 человек и на 4. В центре столик на 4 человека. С правой стороны, вот видите, столики организованы на 6 человек. Можно принимать пищу и наблюдать, что происходит на улице возле бассейна. Напоминаю, что сейчас, в общем-то, апрель месяц, но отель загружен на все 100%. Также можно выйти на террасу, если вы хотите посидеть на улице. Сегодня немножко пасмурная погода. Ну, по территории пройдемся чуть попозже. Ну и, конечно, главный самый специалист в нашем ресторане – это шеф-повар. Ему большое говорим спасибо. Yes. Вот, окей. И уходим. Спасибо. С корпуса, где мы проживаем, мы выходим на основной бассейн, который находится на улице. Автоматически раздвижная дверь. Видите, везде присутствуют столики. Можно находиться на так называемой качельке. Ну, сердцем, наверное, отеля является бассейн. 270 квадратных метров. Рядышком здесь же находится и детский бассейн. И показываю общий вид, как выглядит отель со стороны бассейна. Еще один вид на бассейн. Вот, в правом крыле, напоминаю, находится ресторан. Очень красивые места для отдыха. Цветочки, пальмочки. И вот можно пройти
на вот такую качельку. Садимся и отдыхаем. Не знаю почему, но мне такое чувство, что еще и подушечка с подогревом. А может быть просто из-за того, что тепло. Тепло на улице. Пул-бар, так называемый бар у бассейна, с 10 до 24 работает. Смотрите, значит, что предлагается. Какой-то молочный мюс, пиво, пепси, напитки. Вот, я уже показывал такой напиток, витаминный так называемый напиток. Здесь же присутствует алкоголь. Напротив меня в углу находится пул-бар, бассейн. Покажем еще один бар, так называемый бар у бассейна. Hello. Hello. Чай, кофе, напитки. Hello. Можно заказать, вот, пожалуйста, соки, спиртные напитки. Hello, hello. Пиво. Что еще здесь вам предложат? Ага, вот здесь выдают мороженка и пирожное. Но сейчас еще рано. Ну а сейчас пройдемся в основной корпус. И постараемся показать вам номер, который предлагают туристам и отдыхающим. Показываем дополнительную информацию, которая расположена недалеко от ресепшн. Здесь вы можете узнать о погоде, вот, когда у нас что происходит, когда завтрак, обед, ужин. Также информация у нас, когда работает дискотека, вот в 10 часов начала. С 11 часов работает бильярдная и игровые комнаты. Так, вот смотрите, прибыл лифт. Нет, он еще не прибыл. Прибыл, нулевой этаж. Заходим в лифт. И уезжаем на третий этаж. Так, ребята, вот так вот выглядят коридоры этого отеля. Все чистенько, убрано. Проходите, нужна водичка. Взяли, сколько вам надо водички. Еще раз, вот допустим, 1372 номер. Написано, не беспокоить. То есть это вы включили то, что вам, что вы хотите. Вас не будет беспокоить. Придут убирать в номере тогда, когда вам будет удобно. Везде присутствует видеонаблюдение. Приятная такая подсветка. Так, а сейчас заходим, посмотрим номер 3246. Это стандартная комната. Открывается, как в многих отелях, электронным ключом. Зашли в номер. Специальная ниша. Установили ключик. И электрика заработала. Так, что нам здесь предлагают в стандартном номере? Ой. Большая двухспальная кровать, все убрано красиво, рядышком прикроватные тумбочки, тумбочка одна, а с этой стороны у нас имеется столик, имеется кресло для как бы дополнительное место, здесь мы можем, если у вас есть ребенок, его разложить, и это будет дополнительное место использовать как третью кроватку, вернее вторую. Большой плоский телевизор, пульт, интересно, смотрите, запечатан, вот, это еще раз говорится об уровне отеля. Полочки, для сумок не тумбочка, а вот такая вот, как бы сказать, раскладная
раскладной столик, что ли, да? Чтобы он вам не мешал, его можно сложить и убрать в сторону. Если у вас тут сумка стоять не будет, и вам он не мешает в проходу. При входе, значит, вот такой вот плательный типа шкаф. Значит, в комнате предлагаются тапочки. Имеется подсветка в шкафу. Да, как бы приятные такие бонусы. Значит, и здесь имеется еще шкаф с сейфом. Сейф бесплатный, входит в стоимость. Так, и что еще интересно? Ну, зеркало. Еще раз покажем зеркало. До самого пола. Полы, кстати, ламинат. Урна присутствует. Кресло. Да, вот из интересного. Вода. 1,5-литровая бутылочка при заезде у вас присутствует. Здесь же, вот мне очень нравится, когда в отелях есть свой чайник. Вы можете, когда удобно, не выходя в бар, себе сделать кофе или же чай. Стаканчики в наличии. Что касается... Так, вот перед нами холодильник. Ну, находится в холодильнике. Две бутылки 1,5-литровой воды. Кто знает, водичка как бы содовая, пепси, фанта и сок. Это все пополняется ежедневно, бесплатно. Торшер. Есть такой как бы фонарик для чтения. Если вы читаете, любите читать книги, вам будет как раз на нужную страничку светить свет. И вы не мешаете своему партнеру. Два телефона. Один телефон находится вот на тумбочке, второй телефон, как правило, в ванной комнате. Система кондиционирования здесь централизованная. Кондиционер работает от пульта, который находится на стене, как на тепло. Напоминаю, что в зимний период отель обогревается за счет воздушного отопления, так и в летний период на холод. Так, а сейчас выйдем на балкон. Балкон может и небольшой по своей площади, но как для двоих вполне достаточно места. Имеется место для сушки своих полотенец или каких-то плавательных своих принадлежностей. Очень красивый вид из окна. Здесь можем наблюдать как за морем, так и за бассейном. И будете в курсе всех событий, что происходит у вас в отеле. Потому что, как говорится, вся территория у вас на ладони. На балконе имеется два стульчика, столик. Закрывается дверь. Вот так вот на шарнирах. И закрыли ручку. Все, дверь ваша закрыта. Навели порядок. Сейчас покажем ванную комнату и туалет. Вот так вот выглядит сантехника, зеркальце. Присутствует индивидуальное зеркало, если там побриться или какие-либо манипуляции. Фен. Фен традиционно везде работает в Турции. Ни к чему придраться. Значит, смотрите, шампуньки, гели. Всевозможные там шапочки, мылка, все это есть. Полотенечко присутствует. Вот стаканчики. Дополнительно есть шкафчики с доводчиком. Все очень интересно работает. Как я говорил уже, унитаз, биде, два в одном. Еще раз, два полотенца. Душевая кабинка. Ну, имеется смеситель. Дозатор с мылом или с гелем. Ну что, показал вам номер, показал вам комнату. И будем продвигаться уже к самому морю. Покажем море, покажем пляж. Уходим. Здесь же на двери схема эвакуации и имеется глазок.
Да, ну все, будем уходить. Ну а сейчас пройдемся и покажем, как пройтись к пляжу. Покажем пляж. Вот. Ну и расскажем уже на месте. Видите, ненавязчивая музычка. Люди сидят, отдыхают, пьют чаек, кофеек. Идем по дорожке. Здесь, кстати, вот видите, возле бассейна есть душевая. Я не видел, чтобы ей кто-то им пользовался. Так, вот как бы из примечательного то, что... Мараба? Примечательное то, что здесь есть проход, так называемая пешеходная дорожка, где просто гуляют просто отдыхающие города Кемер. Ну, для этого находится здесь охрана. Hello. Если посторонний, охрана не пускает. Проход есть к морю по вот такой дорожке. Выход к пляжу. Ну и можно пройти еще вот по такой лестнице. Это лестница, так называемый еще проход прямо к бару. Смотрим схему выхода на пляж. Получаем нужную информацию. Ну вот видите, как оно все здесь располагается. Вот мы сейчас пройдем под мостиком. Перед нами там был мостик. Я вам показывал. Вот это такая лесенка здесь. Вот. И попадаем в бич-бар. Мороженое здесь платное. Но в отеле. Ну, все остальное бесплатное. Напитки, пиво. В отеле же выдают мороженое по расписанию. Душевые, туалеты, мужские, женские. Вот. Что здесь можно? Здесь можно перекусить. Опять же, смотрите. Соленья, фрукты, яблочки, мед. Соусы. Можно заказать. А давайте посмотрим. Картошечку, мяско, курица. Лепешки гузлиме. Рекомендуем. Это так называемый Snake Bar. Здесь же можно заказать пиццу. Ну и проходим на пляж. Вот и. Погода. 22 градуса. Вода 20. 20 градусов. Вот подсказывает мне вода. 20. Ребят, давайте приветствуем. Привет. Здесь же приходит, ну, как нам сказали, ну, женщина, которая готовит национальные лепешки. Рекомендуем взять айранчик и пройтись покушать лепешечки. Ну, а сейчас покажем пляж. Видите, вот это навесы, это все нашего пляжа, все нашего отеля пляж. Ну, а сейчас пройдемся, покажем лежачки. Как располагаются отдыхающие на пляже. Навесы. Котик отдыхает у нас. Вот так же располагаются и отдыхающие. Смотрите, на каждом лежаке присутствует матрас. То есть вам удобно будет на нем располагаться. У отеля есть свой пирс, но, насколько мне так пояснили, его делят 50-50 с соседним отелем Амбассадор. Лежаки, как правило, отдыхающие вытаскивают ближе к морю. Вот. Ну, места для отдыха, в общем-то, хватает. Вот так выглядит пирс. Значит, на пирсе присутствуют также лежаки. Но за лежак вам придется доплатить 10 лир.
И вы будете целый день этим лежаком пользоваться. Я не видел бы, чтобы здесь была какая-то очередь за лежаками. То есть все вроде как организовано. Без проблем. Пляж отеля Fine Residence удостоен голубого флага. Это выдает этот флаг международная организация. Это подтверждает то, что отель выдержал 33 пункта по организации пляжа, чистоты и безопасности. Вот. Голубой флаг выдается один раз на сезон, раз на год, и отель его подтверждает. Смотрите, какая чистая водичка. Шум моря. Еще раз показываем пляж. Ну и будем уходить. На этом будем заканчивать наш обзор замечательного отеля Fine Residence. Подписываемся на канал, задавайте вопросы, пишите комментарии, постараюсь всем ответить. На этом все. Всем мира, добра, всем пока.